Ведьмак. Ваше Величество. Мы разговариваем неофициально. Обойдемся без титулов. У тебя было время подумать. Отвечай. Можно снять проклятие с моей дочери? Скорее всего, да. Могло ли проклятие вернуться само по себе? Вряд ли. Кто-то снова его наложил. Если ты преуспеешь, ее разум будет разумом ребенка. Вряд ли. Она, скорее всего, вспомнит все, что происходило до ее превращения. Вряд ли. Скорее всего. Легче не становится. Я скажу прямо, Геральт. Делай, что можешь, чтобы снять проклятие. Если это не удастся, можешь убить ее. Я не буду тебя преследовать. Когда я в последний раз доверился тебе, ты не разочаровал. Спасибо, король. Не благодари меня. Если узнаешь, кто наложил проклятие, скажи мне. И только мне. Еще одно, ведьмак. Если ты преуспеешь, я исполню любое твое желание в пределах разумного. Но если ты провалишься, моя дочь страдает. И те, кого ты любишь, тоже будут страдать. Я понимаю. Хорошо. Ваше Величество, королевство гложет еще одна хворь. Какая, ведьмак? Саламандры. Моя дочь связалась с ними, дурочка. Жалею, что я вообще уезжал. Твоей чести. Велерат говорит, что ты сильно сократил их число. Надеюсь, ты с ними покончишь. Это и есть моя цель. И последнее, ведьмак. Я приказал следить за твоими действиями и получил рапорт о твоей личной жизни. Ваше Величество. Это не просто нездоровое любопытство. Мои шпионы доложили, что ты крутишь шашни с Меригольд. Я хочу узнать, что за этим стоит. Мы с Трис близки эмоционально. Это все и это наше личное дело. Не злись, ведьмак. Я тоже любил мать Адды. Они мне не позволяли на ней жениться. Но надеюсь, у тебя выйдет лучше. Тебе хоть не надо беспокоиться из-за беременности. Если захочешь выйти в Изиму, поговори с моим камергером. Меня некоторое время не будет в замке. По другим вопросам обращайся к Велераду. Так я и поступлю. Прощайте, сир.